Всем привет! Вы на канале Аквабаночка, на том канале, где всегда куча баночек и всего самого интересного. Кто не подписался, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, лайк, комментарий. Ну ладно, лайки, комментарии это не обязательно, а подписочка обязательно. С вас подписка, с меня годный контент. Вот такой аквас у нас сегодня. Сегодня шел второй день манки. Наблюдаем, что как. Кипятильничек у меня включен. Воздух тоже включен. Температурку держу 28-29. Можно было поднять еще чуть больше. Ну, тогда будут всплывать и сами все. Вот так наблюдаем за аквасом. Самое главное у нас... Жители – это неоны. С неонами всегда проблемы. Сколько я их не покупал, ну, вру, не всегда проблемы, потому что я один раз купил, все нормально, а когда настали холода, настали проблемы. Вот такое сильное течение, неоны носятся. Ну, ничего страшного, у них манка. Сейчас будем наблюдать. Как было, в принципе, так ничего. Не распространилось. Свет у нас один прожектор. Надо что-то будет подумать над светом. Сделать что-то более такое. Вот видим. О, макропод. Макропод это у нас территориальная рыбочка. Она постоянно в движухе. А, ну он строит гнездо. Рамазан, Кирилл, а твои макроподы, привет. Привет. Вот это самочка. И самец. Их, конечно, надо позже отсадить. Я там видео мне писали в комментариях. Спасибо за совет. Ну, я вижу уже, конечно, да. Ну, как они молодые, ну, все равно надо отсаживать. Ну, то такое. В принципе, есть куда отсадить. В принципе, вылечим манку, я думаю. Полечим манку. А потом уже, наверное, скорее всего, эту пару отсадим. В принципе, есть куда отсадить. У меня тут Дедушка Мороз мне подарил аквариум маленький. Ну как, небольшой такой вот аквариум. Вот. Ну такой, тут сколько тут. Ну так, конечно, видно плохо, но видно вот такой аквариум. Ну, по-моему, 140 литров. Вроде небольшой такой. Вот стекло хорошее здесь. Все мы видим. Покрывное стекло. Такое... Дедушка Мороз, спасибо ему за подарочек, подарил. Травничек, это наш травничек будущий. Ну вот так, возвращаемся к нашим неонам. Температура держится, кипятильничек работает. Наблюдаем за рыбасиками. О, дядя Юра про животных обещал мне прислать улиточек. У меня две штучки есть, я раздобыл две штучки. Одна, кстати, вот эта одна выжила из посылки, вот тут, с той бедовой посылки, одна. Вторая была еще какая-то фиолетовая, но ее нема, где-то в аквариуме пропала. На рыночке я купил другую еще, большую, больше властенькую. Вот так вот неоны плавают, куражится на волне. Сейчас, если камера наведет. Автофокус. Вот такие неоны. Сейчас мы поближе их рассмотрим. В этого вроде манки нету пухлиша. Нормально себя чухает. Ну, посмотрим. Как бы есть он пузырьки эти. Ну, может на этом и закончится, на атомах красном. Повреждены чуть-чуть неоны. Вот такая вот стаечка неонов. Думаю, нормально. Друшо под солем. Там каналу спасибо аквариумистика. Это просто говорить не надо, перезапускать. Рамазан, акважись Рамазана. Говорит, надо перезапустить. Ну посмотрим, посмотрим. Уже на самый крайний случай мы их перезапустим. Сейчас бегленько пробежимся по рыбасикам. Макроподы. Вот это лимия. Покупал у дяди Васи. Рулит.
Вот это Рамазана рыбка, Ромочка, твоя рыбка вообще не болеет никогда. У нее иммунитет вообще, мега иммунитет. Тут у меня на коряшке спрятались анцитрусы. Обязательно анцитрус, а надо коряшка, потому что они ж не могут, чтоб не этот, не спрятаться. Вот такая вот лимия чернополосая. Этот водорослиед. Водорослиед у нас вообще рыбка неубиваемая. Короче, труба моему пху. Ну, его и так ели, все остальные тоже. Вот такая вот. Еще ни один, ни он, еще ни один не умер. Если рыбка ест, то она выживет. Сомик Венесуэла плавает. Ну, сейчас буду кормить. Улиточка такая желтенькая. Желтая улиточка. Ух ты, петушок. Кстати, а где мой петушок нес? Сейчас мы петушка нема, скушали петушка, видишь. Ух, как так посмели петушка скушать, нема петушка. Вот такой обзорчик аквариума. Ну, я там посмотрел, вроде у него не сильно, они не покрылись белым. В принципе, как было, так и есть. Температура 29. Повторюсь, не хочется поднимать. Можно и до 35 поднять. В принципе, нормально вроде чухается. Мне кислород, все. Вот такая вот. Вот самочка петушка. Петушка, самочка у меня. О, а вот и сам петушок. Красивый петушок. У кого есть петушок в аквариуме, напишите в комментариях. У меня есть петушок. Посмотрим, как нас много тех, у кого есть петушок. Ну, вот так вот. В принципе, нормально. Второй день. Заболевание не продлевается. Посмотрим, что у нас. Может, сделаем чуть подмену и добавим, скорее всего, соли. Либо не соль, или сразу таблетку фурацилина можно кинуть. Но фурацилин такое жесткое лекарство, что сейчас хавает все на своем пути. Все полезные бактерии завалит тут нахрен. Конечно, получше него нам отсадить, опять же. Ну, это такая, повторюсь, транспортная болезнь. Вот. Обзорчик такой наш Монте-Карло. Извините за то, что камера трясется. Вот так вот. Посмотрим по дну. А у Рамазана еще на канале видео. Грунт у него хороший. Ну, у меня тоже базальт. Вот такой вот базальтик. Вот такой вот. Растет. И хинодорус растет. Анубиас. Вот это что выжили там. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, еще одну коряшку сюда втулим. Вот так лимия. Не умный, стайка ихняя, шу-шу-шу. Вот так вот. Водорослиеды тоже классная рыба. У кого есть водоросли, у меня, кстати, тут они уже пообъедали все водоросли, были на этом, на градуснике. Где у меня тут градусничек? Оп. Вот градусничек. Сейчас фокус поймает. Что ж такое не ловит фокус? О, градусники. Вот точка, одна точка, вторая. И на стекле точка. Объедает вообще, это классно. Вот он, водорослиед. Красивая рыбка. Кому нравится, ставьте лайки. Вот такая. Аквас. Тоже сейчас попробую снять вид сверху. Но опять же, вот такой свет. Как бы и мало, и, ну блин, больше аж горит. Все горит в аквариуме. Разве что прожектора послабее поставить. Вот такая прозрачная вода у нас, вид сверху, все видно, кормушечка такая. И тут где-то таракатомы у меня спрятались. Вот, вот так таракатомы. Ага, таракатомы мы не увидим, потому что это петушок спрятался, а там таракатомы. Вот такой вот аквас, чистый аквас. Ну, вот так вот.
Ярбасики, вся бригада собралась. Всем спасибо за внимание. Все, всем спасибо. Подписывайтесь. Лайкос, подписка, либо просто подписка. Кому нравится, ставьте лайк. Кому не нравится, ставьте дизлайк. Все, всем спасибо. До новых встреч на канале Аквабаночка. Единственный канал, где куча баночек.